В доисторические времена, около 4000 лет назад, древние обитатели Хакасско-Минусинской котловины для поклонения своим божествам создавали каменных идолов с изображением лица, похожего на человеческое. 1000 лет назад эта цивилизация уже была забыта, а оставшиеся от нее молчаливые глыбы песчаника с выветренными узорами послужили материалом для памятников новым героям, знатным правителям и воинам первого государства на нашей территории. Эти надписи – рассказ от лица самого покойного и от имени его родственника или близкого соратника. В 1721 году этот высокий обелиск, изогнутый в виде венгерской сабли, обнаружил в Сибири немецкий доктор на российской службе Даниил Готлиб Мессершмитт. Неизвестные надписи на камне он впервые назвал руноподобными по сходству со скандинавскими. А в 1886 году одиноко стоящее в степи изваяние исследователь Дмитрий Клеменс доставил в Минусинский музей. В честь первооткрывателя памятник называют камнем Мессершмитта. Сегодня этот легендарный экспонат Минусинского краеведческого музея привлекает внимание общественности и ученых со всего света.